Всем привет! Сегодня будет видео о моих любимых красных помадах. У меня их великое множество, и на самом деле мне было очень сложно выбрать самые-самые любимые. Долго-долго я стояла над своими помадами и думала, потом решила выбрать именно те, к которым у меня больше всего и чаще всего тянется рука. Я так подумала, наверное, они и есть мои самые любимые, хотя, в принципе, у меня их гораздо больше, чем 10 штук, которые я сегодня вам покажу. Первая помада, которую вы видите сейчас на мне, это помада от MAC.